Всем привет, ребята! Сегодня у меня небольшой праздник. Сегодня ко мне пришла первая посылка, которая прислана мне на обзор. Да еще какая посылка! Когда мне эта компания предложила сотрудничество, я вообще была в шоке немножко, в небольшом, и очень рада. Эта компания... Дело в том, что это компания Леврана. Вот. Может, кто-то из вас уже слышал об этой компании? Я откуда ее знаю? Я просто смотрю одного известного блогера. Ну, это известная веганка, не буду ее называть, там уже больше миллиона подписчиков, я думаю, все догадаются. Которая веганка, в общем, только на натуральной продукции повернута. И вот я увидела у нее косметику этой фирмы. И когда мне предложили сотрудничество, я была, правда, в диком восторге. Дело в том, что Леврана – это российский производитель полностью натуральной косметики. Она не тестируется на животных, в ней нет животных компонентов. Это натуральные растительные масла и экстракты. В общем, это экопродукция. Конечно, сейчас это модно. Веганство модно, экопродукция модно. И мне самой интересно это попробовать, как это работает. Действительно ли может быть бытовая химия без химии, косметика натуральная, полностью на натуральных экстрактах. Очень интересно. Я все эти средства, естественно, протестирую, вам покажу. Ну, давайте открывать. Ну, приступим. Вау! Я, по-моему, ее неправильно открыла. И с той стороны. Так, начнем нашу распаковочку. Я убрала бумагу. Сверху было упаковано все бумагой, чтобы не шуршать лишний раз. Все отлично упаковано. Давайте начнем с чего. Ну вот, что первое под руки попадется, с того и начнем. Шампунь пенка для кошек. Без запаха. Даже Остеши позаботились. Натуральный состав. Леврана. Сроки годности, вот вы видите, все хорошие. Меня уже радует, что шампунь без запаха, это очень важно. И то, что натуральный состав, это важно, так как кошка себя слизывает, а запах она вообще не переносит. Поэтому будем пробовать обязательно. Стеше придется купаться. Так, следующее. Опять для Стеши спрей-поглотитель запаха Love Pets. Это тоже очень хорошее средство. Я так понимаю, что вот видите, для чистки любых поверхностей, спальных мест животных, клеток и туалета. Вот я буду использовать для туалета. Я думаю, это отличное средство. И оно к тому же без запаха. Это тоже очень важно. Так, серия Fresh Bubble. Экологичный спрей от жира и накипи для плит, сковородок, духовых шкафов и другое. Ну, это мне, естественно, пригодится, так как я люблю убирать все, чистить, мыть, вы знаете. Вот состав, кому интересно. Сейчас, видите, много очень детей с аллергией, много людей с аллергией, поэтому вот такие средства, они очень актуальны в наше время, так как это эко-средство без химикатов. Я обязательно это все протестирую и буду снимать тест, буду показывать вам. Вот такая паста для чистки любых поверхностей, видите, тоже плита, ванна, раковина, туалет даже. И тоже эко. Вот такая паста на основе, по-моему, белой глины. Да, вот видите, в составе белая глина указана. Запечатанная. Ой, так пахнет вкусно. Пахнет чем-то таким растительным, натуральным, действительно, глиной, мелом, чем-то
Очень вкусный какой-то аптечный запах, даже как бы витаминками, что ли, припахивает. Обязательно протестирую, покажу. Так, следующее средство. Интересно, что это такое? Гелевый флюид. Я так поняла, это пенка для очищения лица. Антибактериальный агент, видите? Антибактериальное средство успокаивает кожу, создает защитный барьер на ее поврежденных участках. В общем, тоже посмотрим. Это что-то типа пенки для умывания, наверное. Я протестирую и вам скажу результат. Дальше идет у нас вот такой крем. Как я понимаю, это крем. Крем для лица, сос. Да, вот. Но сос это как раз для моей кожи. У меня кожа прям просит спасти ее. Так как пришла зима, у меня кожа дико шелушится, красные пятна. Вот это как раз для такой кожи, я думаю. Натуральные экстракты алоэ веры, экстракт брусники, радиолы и так далее. Обязательно тоже попробую. Что у нас дальше идет? Это витамин Е. Это витамин Е. Он в так вот упакован. Видите, как в форме пипетки. Я так поняла, что витамин Е это антиоксидант, и он восстанавливает кожу, подавляет старение клеток. А вот именно когда в таком тюбике находится маслянистый витамин, его можно и так наносить на кожу. И вот тут видите, как пипеточка мягкая. Можно добавлять и в крем, и, я так понимаю, наверное, в шампуни. Но я еще почитаю точно. Блин, этой пастой измазалась. Сейчас помою руки и дальше продолжим. Это тоже очень хорошее средство для лица и для волос, наверное, тоже. Вот такое оливковое масло Extra Virgin. Это то, что я очень сильно хотела. Масло растительное с брызгалкой. Потому что сейчас... Ой! Видите, как брызгает? Постоянно я смотрю, когда готовят, брызгают на сковородку, чтобы слой масла был очень тонкий. Пахнет оливками. Ну и на кожу, я думаю, оливковое масло тоже можно наносить. Оно не повредит. А также, кстати, можно брызгать листья салата сверху. Это тоже классно. Так, что у нас еще там есть? Вот такой BB-крем. Я пользуюсь BB-кремами. У меня был от Garnier. Теперь вот попробую от Livrane. Он небольшой, тут, по-моему, всего 100 мл. Первый тон. Попробую на своей коже. BB-крема, они намного приятнее для кожи, чем тональный крем, потому что тональник, он слишком жирный, он закрывает поры и, в общем, смотрится как маска. А BB-крем, он такой лайтовый. Что-то вкусненькое. Сироп голубой агавы. Так, читаем. Слаще сахара. Вот я вижу слаще сахара. Низкий гликемический индекс, не содержит добавленного сахара. Органик. Густой сироп. Вот вы видите. Изготовлен из голубой агавы путем гидролиза. Без использования химических растворителей. Рекомендуется в качестве здорового подсластителя для замены рафинированного сахара в рационе. Вот куда можно его использовать? Лимонады, каши, выпечка, мороженое, блинчики. В общем, все. Смузи, десерты, горячие напитки.
В общем, замена сахара. Он, по-моему, такой... Да, он густой, как мед, как сироп. Такая увесистая довольно-таки баночка. Тоже сроки годности хорошие. Еще целый год впереди. Ну, мы прикончим намного раньше. Я думаю, Денису понравится такая вещь. И последнее, что тут у нас за бутылочка. Алоэ лимон джинджер шот. Sugar Free Zero. Напиток безалкогольный, растительный, витаминизированный. Джинджер шот с лимоном. Пряный натуральный напиток с терпко насыщенным вкусом имбиря и освежающей кислинкой лимонного сока, заряжающий 100% натуральной энергией и комплексов витаминов и минералов. Сок алоэ вера, экстракт лимона, экстракт имбиря, сорбиновая кислота. Ну вот видите. Я так понимаю, да, это типа энергетического что-то напитка, вот тут даже осадок. Наверное, это хорошо тем, у кого, например, сниженное давление, вот, или силы восстановить после болезни, или вообще просто. Ну, видите, он энергетический, я так понимаю. Я попробую. Ну и на этом все, ребят. Вот столько косметики и различных средств мне прислали. Все, я это буду тестировать вместе с вами. Вот, ребят, смотрите, чек. Вот это по ценам можете посмотреть. Огромное спасибо компании Livrana за присланную мне на обзор продукцию. Прям с нетерпением хочется все это протестировать сразу же, показать вам, как это все работает, понравилось мне или нет. Обещаю честный обзор. Будем тестировать вместе с вами.